Привет всем, меня зовут Соколова Анастасия. Мне 23 года. Сейчас я буду танцевать для вас. Тиждень тому менеджер з підбору персоналу Настя і подумати не могла, що зрештою опиниться тут. Аж поки під час посиденьок на 8 березня дівчину не взяли на слабо. Подружки. Я говорю ей: Настя, почему ты не пойдешь? Я видела, как девочки выступают, как бы, я говорю, ты можешь лучше, ну, 100%. Я после праздников знаю, что у меня не предстоит никаких событий. Я расслабилась, кушала шоколадки, конфетки, поправилась. И я бы понимаю, что, ой, мне надо за 3 дня похудеть на 3 килограмма, потренироваться. Ну, в общем, я надеюсь, что я все-таки готова. Мы будем за тебя болеть. Все, я боюсь. Не бойся, мы с тобой. Все, спасибо. Я пошла. Фу. Здравствуйте. Здравствуйте. Судя по костюму, намерения у вас серьезные. Ну да. Извините, просто очень сильно нервничаю. А вы сделаете глубокий вдох. Выдох. Мы все волнуемся, вот пока вы шли. Ну, в хорошем смысле. Правда? Влад, давай подивимось, что девчина умеет. С удовольствием. А я могу пойти, да? Будь ласка. Говоришь, Влад, давай посмотрим. А, Слава и Влад, давайте подивимось. Удачи. Тільки сподіваюся, що ця частина програми буде йти після того, як у нас діти вже підуть спати. Слава Богу!
Щоб це так обійшлося, щоб я переживала за неї. Мені здавалося, що все дуже неоднозначно, але після тих верхніх твоїх стрибків, по-моєму, все дуже однозначно. Просто однозначно-однозначно. Хорошо, значить. Ну що тут скажеш? Це було просто супер, ярко, отличніше виступлення, емоціональне, ну от артистичне. Все прекрасно. Я отримала огромне удовольствие. Якщо уж і придиратися, то можна тільки к костюму, тому що він, ну вот он чуть удешевляет всю крутизну твоего мастерства. Влад. Мне кажется, ты даже до конца не понимаешь, насколько откровенны те движения, которые ты показываешь на сцене. Не придаешь этому значения. Да, это внутреннее такое состояние. Правильно я разумею, тебе не сподобалось? Неправильно. О. Тоді голосуємо, Влад. Скажу. Да. Спасибо. Славку? Ну, конечно, это да. Да. Настя. Три такти отримала. Спасибо вам огромное. Будь ласка. Молодець! Молодець! Ну, Настюха, потрясающе. Спасибо. Очень красиво. Спасибо. Берите меня к себе. С удовольствием. Девчонки, я очень рада, поздравляю, до встречи. Спасибо. Спасибо огромное, до свидания. Эх, Настя. Тарам, тадам, 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 тадам. Ми всі йдемо гуртом на пілони, всі ми з тебе будемо крутитися.